Привет, с вами канал Фактория. Большой Билл установил рекордные показатели среди свиней еще в 1933 году, которые до сих пор никто не смог побить. Его вес составлял 1157 килограммов, рост 150 сантиметров, а длина 275 сантиметров. Размах крыльев этой летучей мыши составляет порядка 1,5 метра, а ростом она с ребенка. Увидев ее ночью, вы бы точно запаниковали. Парень, который придерживается правила о том, что размер имеет значение. Только посмотрите, насколько уверенное у него выражение лица. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Кто-то очень хотел, чтобы ручки руля на его байке были самыми длинными. Похоже, еще один сторонник правила о самых больших размерах. Сразу вспоминается фраза «Кто брал мою большую ложку?» Порция настоящего мужчины должна быть такой, чтобы ее можно было есть именно таким столовым прибором. Еще одно гигантское дерево, которое носит название «Большой одинокий дак». Кстати, где-то там внизу стоит группа туристов. Когда играешь с людьми, которым действительно доверяешь, потому что подсмотреть в такой партии слишком просто. Небесные врата на горе Тяньмэнь в Китае. Сначала вам придется преодолеть несчетное количество ступеней, а уже после этого вы осознаете, насколько вы на самом деле маленький. Голубые черепахи – настоящие долгожители, поэтому совсем не удивительно, что с возрастом они достигают невероятных размеров. О чем вы точно не задумывались, так это о размерах подземного кабеля в 400 тысяч вольт. Теперь вы знаете, что в разрезе они больше человеческой ладони. Цветы, которые достигают таких размеров, становятся настоящей гордостью любой хозяйки. Ну или хозяина. Такую прищепку вы можете встретить в одном из бельгийских парков. Удивляют не только ее размеры, но и то, как ее разместили. Скат-хвостокол весом в 360 килограммов был выловлен Джеффом Корвином во время съемок американского шоу о дикой природе в Таиланде. Комната, в которой каждый может почувствовать себя своей кошкой или собакой, ведь примерно так они ощущают себя, когда находятся на нашей кухне. Просто подумайте о том, сколько времени заняло создание этого гигантского стога сена в те времена, ведь технологии только начинали развиваться. Лось, случайно вышедший на городскую парковку из своей привычной среды обитания, имеет действительно невероятные размеры. Гигантскими размерами могут похвастаться также и некоторые дорожные знаки. Попробуйте установить такой баннер вручную. Когда урожай действительно радует. Капуста, которая выросла в огороде этого мужчины, весит около 30 килограмм. Ее ему хватит надолго. Такие здоровые уши антилоповые зайцы отращивают не просто так. С помощью них они могут контролировать температуру своего тела. Бык, который сильно выделяется на фоне своих собратьев, и этому способствовали как огромные размеры, так и отличная от остальных окраска. Вы могли себе представить, что светофоры могут быть практически одного размера со взрослым человеком? Двери в Национальный архив США созданы будто бы для настоящих великанов. Может быть, от нас что-то скрывают, и там они действительно работают? Вы когда-нибудь находились вблизи ветряной мельницы? Если нет, то, скорее всего, вы даже не задумывались о том, каких она габаритов. А так выглядят корабельные цепи крупных лайнеров. А теперь представьте, что их нужно распутать вручную. Размеры бабочки Attacus Atlas сравнимы с размерами небольшой птицы, а размах крыла превышает ладонь взрослого мужчины. Львиная грива или гигантская арктическая медуза – это еще один морской обитатель, на которого вы захотите взглянуть разве что на экране своего гаджета или через стекло аквариума. Улов мечты любого рыбака. Как мужчинам вообще удалось вытащить такую рыбину из воды, остается загадкой. Но ей можно накормить не только свою семью, но еще и парочку соседских.
Размеры самого обычного листа позволяют закрыть человека в полный рост. Вот оно, могущество окружающей нас природы. Вы тоже представляли, что марсоходы размерами с обычную собаку? Вот так они на самом деле выглядят в сравнении с человеком. Оказывается, это самая настоящая машина. Ничего особенного, просто самая обычная нью-йоркская крыса. Сколько же еды выбрасывают местные жители, что у них разводятся крысы таких размеров? Такой шип способен не просто уколоть ваш палец, а даже пробить его насквозь, а по форме он напоминает самое настоящее копье. Просто взгляните на когти орла рядом с человеческой рукой. Я уверен, что вы считали их не настолько огромными. После такого сразу осознаешь опасность этих птиц. Дариус – самый большой кролик в мире. Его вес около 23 килограмм, а длина превышает 130 сантиметров. Содержание такого гиганта обходится в крупную сумму его хозяйки Аннет Эдвардс. Люди делятся на два типа – на тех, кто без ума от улиток, и на тех, кто в ужасе от одного их вида. Перед вами гигантская африканская улитка. Как вы видите, слово «гигантская» в ее названии неспроста. Мечта каждого ребенка – встретить зимой такой сугроб в компании своих друзей. В нем они смогут провести хоть целый день, строя длиннющие туннели. Малыш просто в шоке от размеров его новой игрушки. Самое интересное, что он был бы все в таком же шоке, даже если бы ему подарили ее спустя 20 лет. Невероятные размеры раков-отшельников привлекли внимание этой собаки, которая вряд ли осмелится поиграть с ними. Глядя на японского краба-паука, остается только порадоваться, что среда нашего обитания – суша, а не вода. Хотели бы побывать на месте этого мужчины? Те, кому лягушки, жабы и змеи крайне неприятны, скорее всего, сейчас находятся в шоке. Жабу таких размеров, казалось бы, можно встретить только в страшных кошмарах. Кажется, мужчина решил сделать косплей на первоклассника. Вы тоже заметили, как с каждым годом рюкзаки учеников первого класса становятся все больше и больше, из-за чего со спины самого школьника почти не видно? Сейчас перед вами берут кровь на анализ у бизона, вес которого составляет 1360 килограмм. У ветеринара крупного домашнего скота действительно одна из самых тяжелых работ. Попробуйте управиться с таким здоровяком. Думаете, легенды про Кракена – это все выдумки суеверных моряков? Вовсе нет. Просто взгляните на этого кальмара колоссальных размеров. Это точно не то существо, которое вы захотите встретить во время своего отдыха на море. Перед вами наглядная демонстрация того, сколько планет Земля вместилось бы внутри Солнца. Тоже удивились тому, насколько размеры нашей звезды больше тех, чем вы себе представляли. Кажется, эти подсолнухи неожиданно для всех вокруг решили стать настоящими деревьями. Хотелось бы попробовать их семена. Наверное, они размером с палец. Каждый, кто говорит, что сегодня выпьет всего одну бутылочку, в своей голове, скорее всего, представляет бутылочку именно такого размера. Генерал Шерман находится в национальном парке Секвойя, который расположен в американском штате Калифорния. Дерево является рекордсменом по объему и массе, а его возраст около 2500 лет. Арабский шейх Хамад является большим фанатом автомобилей Jeep. Именно по его заказу был спроектирован этот гигант высотой в 6 метров, который представляет собой копию внедорожника Wireless. Hudson Yards – это торговый центр, расположенный на острове Манхэттен, США. И глядя вниз с верхних этажей, вы начинаете восхищаться этому архитектурному безумию. Как вам такой питомец? Глядя на него, начинаешь задумываться, кто из вас будет командовать. Это уже не собака, а какое-то ездовое животное. Раскрыт секрет надоедливых соседей. Как оказалось, именно такие сверла они используют, чтобы лишить вас сладкого сна в воскресное утро. Мечта каждого грибника – найти такой белый гриб-переросток. По выражению лица мужчины видно, что он до сих пор находится в шоке от своей находки.
Колечко, от которого не откажется ни одна девушка. Только представьте, сколько в нем драгоценного металла, за счет которого цена превращается просто в заоблачную. Лангусты – это огромные креветки. И если вы без ума от морепродуктов, то вам обязательно следует попробовать их на вкус. Одной такой штучкой кто-то и вовсе может наесться. Чтобы понимать габариты техники, которая используется в карьерах, взгляните на то, каким маленьким кажется школьный автобус в сравнении с огромным самосвалом. Эта фотография вовсе не с морского побережья. Океан, конечно же, находится рядом, но это бассейн на курорте Сан-Альфонсо-дель-Мар, площадь которого 80 тысяч квадратных метров. Находится он в Чили. Кактусы в национальном парке Аризоны, США, достигают немыслимых размеров. Все потому, что из-за благоприятных условий климата кактусы в этом парке живут очень долгое время. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.